Молодые парламентарии единодушно отметили актуальность и своевременность законопроекта о патриотическом воспитании. Также члены парламента внесли ряд предложений, направленных на совершенствование законопроекта. С напутствиями к молодым парламентариям обратились руководители региона. Александр Богомаз сказал, что власть уверена в поддержке со стороны молодежи, в том, что она своим патриотизмом, идеями и энергией будет двигать социально-экономическое развитие региона. Мы должны чтить историю наших предков. Когда наши предки нам оставили шестую часть всего мира. Но это же нужно было завоевать, это же нужно было все сохранить и передать нам. Председатель областной думы Владимир Попков подчеркнул важное взаимодействие взрослого и молодежного парламентов. Нам вместе с вами надо сегодня выстраивать систему в области, систему не только в области, но и в районах, грамотного подхода по многим вопросам нашей сегодня жизни. То, что вы сегодня обсуждаете, этот закон очень важен. Когда я пришел в Думу, посмотрел по другим регионам, то этот закон уже работает 3-4 года. Затем Александр Богомаз ответил на вопросы молодых парламентариев о патриотическом воспитании, экономической ситуации в регионе. Один из вопросов касался проблем трудоустройства молодежи. Глава региона отметил, что на Брянщине примерно в 1,5 раза больше вакантных рабочих мест, чем желающих работать. Органы государственной власти области держат ситуацию под контролем. Будут предприниматься меры государственной поддержки тех предприятий, которые участвуют в программах импортозамещения и от которых в значительной степени зависит рост отечественной экономики. Елена Смирнова, события, Брянск.